В Люберецком районе заканчивается подготовка к летней оздоровительной кампании. Для детей и подростков планируется закупить более 3500 путевок. Подробнее об этом в репортаже нашего корреспондента Олега Заянова. 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания. К отдыху детей все должно быть готово. Такое задание получили чиновники от руководителя администрации Люберецкого района. В этом году, как и в прошлом, на кампанию выделены немалые средства – 11 миллионов рублей. Запланировано 3600 путевок для отдыха. Разделен отдых на 4 категории – организация лагерей дневного пребывания, оздоровление детей-сирот, детей малоимущих и детей и подростков с девиантным поведением. Мы сейчас провели заседание координационного совета по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании. В этом году она будет проводиться немножко по другому уровню финансироваться. Если раньше финансирование путевок проводилось за счет социального страхования, то сегодня деньги на летнюю кампанию выделяет правительство Московской области и муниципальный район. Эти изменения обычных граждан не коснутся. Разве что путевку придется сначала выкупить по полной стоимости, а уже затем получить субсидию от государства. Эти средства будут направлены на оздоровление детей в лагерях дневного пребывания, для оздоровления детей-сирот, две смены запланированы на берегу моря, и для оздоровления детей в профильных сменах. Места отдыха детей и подростков Люберецкого района остались традиционными. Это и санаторий курортно-оздоровительного типа в Анапе и других городах Черноморского побережья, туристические базы на озере Селигер, а также санаторий в Малаховке, который в 2010 году будет принимать детей в возрасте от 3 до 12 лет. Особенно чиновники позаботились о питании детей. 125 рублей будет выделено на трехразовое ежедневное питание. Для тех же, кому санатория будет мало, в августе и сентябре будут подготовлены туристические слеты и многодневные походы по Подмосковью. Олег Заянов, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение.